Всем привет, а я уже в магазине Лента, сейчас буду вам показывать акции и скидки. Че интересного? О, распродажа Red кофеварок каких-то. Ну, короче, 4-5 тысяч рублей или Polaris у вас будет кофеварка. Чувствую, что ты не завидуешь. Так, Валюша, я снимаю акции Ленты. Мы тут с женой Валюши гуляем по Ленте. Но это Лента Гипер, так что видео будет очень длинным. Наверное, я не буду показывать вам все. Какие-то кондиционеры появились новенькие. Это что это такое? 6 килограмм 779 рублей по акции. О. Вот наверху написано. А тут почему-то написано 600. Не знаю, мы любим гелями пользоваться. Так, подушка супер ортопедическая 1700 стоит. Для цветов какие-то удобрения уже появились. Салатики по 14 рублей. Уже можно выращивать теплицу, кто хочет. Так, идем дальше. Что будет интересно, я буду показывать. Ага. Подушка обычная, 700 рублей. Плантик. Есть еще одеяло всесезонное, 1500. Вау, наша любимая ласка по 700 рублей. Слушайте, это очень выгодно. Валь, представляешь, 700 рублей ласка 3-литровая. Они же стоили по 1300, по-моему, раньше. Прям что-то какое-то чудо-чудное. Только я что-то... Ты забыла, какой? Нет, нет. Ты сомневаешься, что это правда? Сейчас Валя отсканирует. Да, слушай. Ну, выбери одну какую-нибудь, какая нам нужна. Колор, думаешь? Или черная? У нас есть для черного? Нет, сейчас лето, у нас нет столько черных. Как это нету? А мои трусы черные. Бери давай. С колором, короче, да? Тема, ласка, тема. Возможно, они испортились, но это неизвестно. Мы уже давно им не пользовались, мы уже давно пользуемся дешманскими порошками. Это сейчас будет впервые в истории за полгода, когда мы купили дорогой порошок. А, не, ну ты же покупал корейские, да, дорогие еще? Валя еще корейские дорогие покупает иногда. О, Пасха уже. Можно готовиться для Пасхи. Потом. Вот, дешманский гель для стирки Лента 500 рублей за 3 литра. Слушайте, лучше уж тогда взять ласку за 600, чем Ленту. Лента без обид, но то как бы бренд. Одеяло овечье 6300. Подушки по 600 рублей. Так. Вернел кондиционеры по 339 рублей. Вернель. А это что такое? Антифриз. Антифриз 800 рублей стоит 5-литровый. Неплохо. Короче, все для стирки и уборки по акции в этот раз. О, азелит, антижир. Самое офигенное средство. Мы на даче им все моем. Я имею в виду казаны там всякое такое, то что пригорает. 160 рублей, даже дешевая цена, нормальная. Фэри. 194 рубля. Сковородки по 700 рублей. Литые. Тема. Так, кофе 420 рублей. Чай 214. И посмотрите, какая здоровенная пачка. Прям огромная. Йокосан. Это китайские подгузники, 400 рублей. 10 штук. А, это пеленки одноразовые? Это пеленки, оказывается. Слушай. Какие-то блатные пеленки. Выглядят как подгузники. Дизайн топ. Опа. Это мусорка за 289 рублей. Даже работает. Да, все работает. Посуда 69 рублей. О, маленькие такие салатники 69. Мне нравится сюда вот чесночок. Сырок дружбы с чесночком потереть. Можно даже с морковочкой перемешать. Все вот так, опа, такая закусочка получилась. Чеснок и сыр дружбы тема. Так, большие, кстати, очень удобно для шашлыка. 300 рублей. Такие достаточно немаленькие.
Есть также для выпечки всевозможные. 369 рублей. Здесь можно прям пирог полноценный испечь. Что-то большое. Давайте посмотрим на кофе в зернах. 1500 рублей. Это килограмм. И Мерси. 250 грамм. 284 рубля. Это большие пачки. Так, а тут чукопай. Вон, есть по 159. Надо брать, нет? А с каким вкусом? Happy Moments со вкусом лучших моментов или со вкусом лучших моментов? Есть огромный Риттер Спорт за 300 рублей. А без акции 459. Ну, вот эти с орехами он получше будет. А маленький по 115. О, снова все для Пасхи. 21 рубль. 15 оттенков. И еще все для Пасхи. Смотрите, можно что делать. Кстати, вот такие штуки не покупайте. Вообще с ними неудобно работать, с трафаретами. Лучше вот такое что-нибудь купить. Так, наборы вкусняшек по 170 рублей. Рафаэлла со вкусом маракуйя. 300 рублей. Кстати, смотрел в интернете отзывы, что фигня полная. А это у нас обычный Рафаэлло. Все слова тебе о любви. В любви больше 24 часов. А к чему это? 14 февраля уже прошел. Сок. Обалдеть. Вы помните, когда вот этот сок стоил 60 рублей? Сейчас он стоит 104 рубля. Это по акции. 104 рубля. Ужас. Это же даже не сок. Это... восстановленный сок. Чипсы Лейс 194 рубля. Паприка. Сметана и зелень. Сметана и зелень мне нравится больше. О, тут интересное в заморозке. Смотрите, 1350 рублей. Лосось замороженный. Я взял себе маленький кусок 0,8 кг. И буду делать из этого сугудай. Там нужен уксус этот самый. Уксус, лук и этот. Я забыл. Петрушка. Ну, короче, зелень какая-то. Короче, буду делать сугудай, ни разу его не делал. Это рецепт я нашел в календаре Ленты на этот год. Раньше, помните, календарь в подарок отдавали? А можно купить вообще целого лосося. И он, кстати, уже стоит дешевле, он уже 900 рублей килограмм. Но здесь тушки, вот видите, 3-килограммовые примерно. Но зато прям целый. Два 900, ну где-то на 2600 получается такой здоровенный. Ну даже неплохо. По игрушкам. Зайцы по 800 рублей. Медведи. Очень прикольные вот эти зверята. По 700 рублей ночники. Видите, разные. Но самый офигенный это гусь. О, гусь. Я в ночник превращусь. И сюда еще можно телефон вот так класть ему на ножки. То есть использовать его как подставку для телефона. Ну, классно. Ну, детский, взрослый тоже, наверное. Так, ну что-то интересного еще вам показать. Есть корзины и тазы. Кстати, мы себе купили в этом, в офис-маге, вот такую штуку для мытья полов. Вообще удобная, только мы ее купили за 600 рублей по акции. А здесь 1200 стоит. Милана теперь у нас сама моет полы. Она такое маленькое ведро, то есть она как для двухкомнатной квартиры вполне себе вообще офигенно хватает. Прям советую. Но это в офис-маге было так дешево, потому что у меня ИП, а я как там, как этот, у меня как супер цена для ИП. Хотя я там для ИП ничего не покупаю. Я вообще бумагу на зоне заказываю. Так. Ну, предлагаю больше всего ходить по этим разделам, потому что в ленте с краю стоят все акционные товары. Заправка для борща. Кто-нибудь таким пользуется вообще? 89 рублей. Гречка. 84 рубля 400 грамм. А нет, это горошек.
Это горошек. А гречка стоит 900 грамм, 70 рублей. Слушайте, тут у нас в ленте перестановка. Раньше здесь не было вот так. Теперь здесь все консервы выделили по стенке, по правой. А раньше, по-моему, что-то другое стояло. Какое-то что-то новенькое. Так, супер рифленые чипсы есть. Квас 100 рублей, очаковский. Потому что подходит сезон окрошки. Вы уже можете купить редиску и сделать окрошечку. Премиум клуб, новые соки появились. 300 рублей стоят. Очень мне нравятся вишневые соки, но почему-то у меня на них изжога начинается. Если компот пью вишневый, то все нормально. Вот еще новый премиум клуб. 120 рублей. А, ну это нектар. Как вы поняли, соков у нас в России в магазинах практически не осталось натуральных. То есть в основном это все нектары. Гаспачо за 120 рублей. Томатный с мякоти соли восстановленный. Слушай, это надо бы взять. Я бы взял, попробовал. Прям гаспачо. Из овощей без красителей. А состав где? Состав. Томатная паста, томатный сок, пюре из перцев, морковная соль, огуречный сок, сок из салата, оливковое масло, сахар, поваренная соль, морская соль, винный уксус, ребята, кислотности, кислая, натуральный ароматизатор, вода. Угу. Сок и пюре 76% минимум. Мне не нравится, что это томатная паста. Да, наверное, я попробую. Ну, потом. А то мне сейчас неудобно будет и снимать, и таскать в руке. Кока-кола импортозамещенная. Почем? Непонятно. Надо здесь смотреть. А здесь ее и не вижу. Цены, как всегда, попробуй угадай. Ну, кул-кола стоит 99 рублей, полторашка. А, во, кока-кола 209 рублей импортозамещенная. А откуда она? Давайте посмотрим, откуда приехала импортозамещенная кока-кола. Мне неудобно взять ее. О, вот здесь. Слушайте, ее берут. Несмотря на то, что она стоит в два раза дороже, чем... Азербайджан. Из Азербайджана. Получается, Азербайджан с нами дружит больше, да? Наводит на всякие мысли, зная то, что сейчас происходит в новостях. Ладно. Смотрим дальше. Так, ну тут у нас он соки по акции. Опять добрый. Бёрн какой-то новый, без сахара. Но здесь я ничего показывать не буду. Потому что я сейчас снимаю и на Рутюб. А в Рутюбе, короче, алкоголь вообще показывать нельзя, вы себе представляете? Так что больше никакого алкоголя в видео не будет. И правильно. Нечего. Все это зло. Скейтеры, смотрите на моем YouTube-канале Закупыч. Обзор на акцию. Русская картошка в новом упаковке. Сыр начо. То есть он острый. Стоит недорого. Еще есть вот такие кругляши. Никогда их не пробовал. Я вообще всем советую Брута чипсы, только которые натуральные. На них прям написано, типа, натуральные. По-моему, это не натуральные. Во, вот они. Вот эти чипсы, они самые натуральные, вообще офигенные. Они у меня раньше даже рекламу покупали, реально я их пробовал. Ну, дегустировал все упаковки. Очень хорошо сделано, и там нет никаких усилителей вкуса. Все нормально. А вот эти, которые уже идут со всякими крабами, здесь уже идут усилители вкуса. Сейчас он даже... Давайте для примера. Вот. Состав. Картофель, масло растительное, ароматизатор краб, сахар, соль, усилитель вкуса и ароматизатор глюкомат натрия, замещенный,
вкусоароматические вещества, препараты мукорисовый, мальтодекстрин, ну вы поняли. Даже не буду читать дальше. А вот мы берем, к примеру, томат-укроп, да? И читаем состав. Вот. Картофель, масло растительное, томатный порошок, морская соль, укроп сушеный. Все. Больше здесь в состоянии ничего нету. Поэтому, если хотите вредной еды, то кушайте хотя бы более-менее нормально. Без вот этих приколов. Так, что здесь? Появились ли какие-нибудь... Какая-нибудь новая гадость появилась? Кетчуп Читос появился. 84 рубля, никогда такого не видел. Моцарелла с песто, лейс. Тоже не пробовал. Есть лейс из печи. А, типа запеченные, не жареные. Если это так, то это хорошо, но у меня что-то подозрение. Малосольные огурчики и укроп. Хит сезона. Слушай, какая красота. Почему-то они дороже всего стоят. О, соки. Ну, вот что бы я себе купил? Я бы себе купил премиум клаб. Клюква облепиха прямого отжима. Ого, прямого отжима. Брусничный 200 рублей стоит. Слушай, это хорошая цена. Морс премиум клюквенный облепиховый 200 рублей. Я возьму домой. Сейчас как раз каникулы, поедем на дачу. Буду их делать коктейли с ними. Черника натуральная. А что там по составу? Неужели прям все натуральное? А то знаем мы вас. Сок черничный прямого отжима, концентрированный черничный сок, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, вода. Ну, это неплохо. Тем более, сахар практически на последнем месте. Но черника без сахара, это тоже такое себе. А что без сахара может быть? Ну, по идее, все здесь должно быть с сахаром, потому что остальное и клюкву, и облепиху без сахара тяжело есть. Я бы, конечно, если был бы супер-пупер бизнесмен, я бы делал без сахара. И сказал бы, люди, кисло, зато полезно. Для похудения полезно даже, кисленькое. Ой, что я делаю? Это все гадость, пить зло. Проходим эти отделы, не смотрим даже на них. Возможно, Рутюб забанит мне это видео, даже из-за того, что я один кадр показал. Ага, вкусняшки. Я обычно вот здесь в ленте иду вот в этот отдел. Где киндеры? Посмотрите, вышли ли на какие-нибудь новенькие киндеры. Но это по моей основной работе, чтобы быть в курсе новинок. Ну, здесь киндеры все старые. Новинок никаких нету. Да. Смешарики, наверное. Вафельный конструктор. Тут нужно прям самому сделать рожок, вы поняли? То есть это прям кондитерский конструктор. Вы берете, наливаете крем и украшаете. Интересно, стоит 140 рублей. 130-140. И шоколадная пицца тоже как смазываете коржи. Ну, это как раньше продавался конструктор. Помните эти вафельные коржи? Там потом сгущенка. Ну, это мы сами делали. Молочный шоколад. Ничего себе. 39 рублей. Со сливочной начинкой. Оставьте отзыв. А состав прям натуральный. Очень большой состав. Е300, Е307. Нет, я за натуральный состав. Еще какие-то жевательные мармелады. Так, все, ладно, пойдемте. Из вкусняшек. 13 до 15, до 3. Сейчас буду останавливать свое внимание, потому что телефон, наверное, скоро уже перегреется. Телефон снимает в 4К 60 кадров, так что это ненадолго. Он будет работать. Такие штуки мне нравились. Вот эти, как типа, полезные конфеты. Ну, тоже не, лучше вообще от сладкого вообще отказываться, если вы уж хотите там худеть. Но вот эти полезные конфеты, они очень вкусненькие. Обычно мы еще воду берем здесь. А, ну я ее купил уже. Тортики. У нас лента делает свои торты. Или торты. Или торты. Они прям огромные. 1000 рублей стоит 2-килограммовый торт.
Правду говорю. Будь здоров. Спасибо, родная. Тесто дрожжевое можно купить готовое и что-нибудь самому испечь дома. Тут даже плов есть. Это Лента Фреш. Их новое направление. Очень много здесь вкуснятины. Ну, проходит дегустация. Нет, это не дегустация. Это выпечка. Постный. Пирог морковный постный. 120 рублей вот такой стоит. Слушайте, это все постное. Постный ягодный с лесным орехом. 250 рублей. Вот я бы купил бы с лесным орехом, кстати. Хочется. Короче, в среднем 50 рублей 100 грамм стоит. Очень много постной еды. Даже есть лепешка греческая, 99 рублей. Ой, как же я обожаю вот эту пиццу Зотман. Ну, когда она по акции? Здесь она, 500 рублей. Нет, это дороговато. А так она, хоть и замороженная, но вообще офигенная. У нас в Чижике еще была акция, я ее пропустил. Она за 220 рублей была пицца в желтой упаковке. Она как бы поменьше, не такая большая, как эта. Но все равно... О! Вот такая она была. А, это основа для пиццы. А то была такая же, только желтая. Фу, так тут воняет тухлой рыбой. Неприятно. Может, она не тухлая, но пахнет неприятно. Лед. Крошка. Никогда не берите крошку, лучше покупайте лед просто в кубиках. Лед-крошка, это фу. Но это же неудобно пить. Я знаю, что есть множество коктейлей, но это неудобно пить. О, пойдемте посмотрим, что сейчас на распродаже. У нас в Ленте есть отдел, где кончается срок годности у продуктов, и они на них делают супер скидки, там 50-60%. Вот этот отдел. Вот. Тут у нас то, что не купили. Ну, рублевская колбаса. Как раз на дачу можно было бы что-нибудь забрать отсюда и съесть. Ну, что-то ничего интересного я не вижу. Ну вот колбаса, к примеру, 45% скидка. А кончается у него срок годности 9-го. А сегодня у нас какое? Сегодня у нас 3-е. Ну то есть через 5 дней срок годности кончается. А вот тут молочка по распродаже. Так, моцарелла 217. Это, кстати, неплохо. Это я бы взял, наверное. Можно было сделать бы салатик. Наверное, возьму. Сегодня как раз салатик покушаем. Ага. Тут еще вот такие чиполлины. Пинлики. Они вкусные вполне себе. На закусь пойдут. 54 рубля. Я разные пробовал. Колбаски охотничьи 300 рублей. Тоже какая-то новинка. А, надо пойти мясо посмотреть. Пойдемте посмотрим, что по мясу. Мясо есть. Баранины. Ребрышки барани 869 рублей килограмм. Уточка 400 рублей. Есть даже перепелочки вот такие маленькие, посмотрите, красивые. 429 рублей. Стейк минутка 269 рублей. О, вот этот фитнес-стейк у нас вообще офигенный. Только мне еще больше нравится, знаете, когда из печени. Вот сейчас, если будет из печени по акции, я возьму тоже Мираторг.
Вообще телятина — это самое полезное мясо, вот если, ну, для здоровья. Именно телятина. Не говядина, а телятина. Тушка кролика 600 рублей килограмм. Тоже неплохо. И вот такой ассорти колбасок. Можно было бы взять на дачу. Годен до 12.04. Нормально. Колбаски ассорти. Неплохо. А почем курица, интересно? Просто тушка. О, куриное царство. 189 рублей килограмм. Нормально, хорошая цена. О, давайте вам это рекомендацион по селедочке. Обожаю Матиас вот эту. Прям, вот это вообще офигенская. Очень вкусная. Еще бывает такая же, только в упаковках, в длинных таких. Вот типа вот в таких упаковках бывает. Она тоже офигенная. А, вот она. О, вообще просто супер. Причем мы ели и в обычном оригинальном маринаде, и в каком-то с этим, с петрушкой. Было очень вкусно. Так, а почем яйца? А где мои любимые яйца? Я не понял. Ну, 124 рубля. Если просто любые. О, кто пробовал урбеч? Никогда не пробовал. Майонез. 200 рублей большая упаковка. Масло еще подорожало. Мы обычно, знаете, какое масло берем? Сейчас вам покажу. Что-то такого масла нет, которое мы покупаем обычно. Ну, президент — хорошее масло. 389 рублей, 360 грамм, нормально. А, и камилк берем. Ой, и канилу мы берем. 329 рублей, 350 грамм. Да. Ну и, наверное, на сегодня все. Я думаю, больше ничего интересного здесь не увижу. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите. Пишите, в какие отделы надо заходить почаще. Ну, какие отделы вас интересуют больше всего. Вот, к примеру, отдел с мажителями и соками. По-моему, это натуральный сок. Да, без добавления сахара. 850 мл, 170 рублей. G7. Мне нравится. Но мне на него, у меня на него тоже изжога присутствует. А мне для сабудая, своего сабудая... Ну, кто понял, это маринованный лосось там с этим... С уксусом. Там, по-моему, сахар добавляется. И нужна зелень свежая. И все это дело маринуется. Можно в баночку закрыть и потом все это дело кушать с лучком. Все, я пощёл. Драгонфрукт надо? Питахая 404 рубля. А манго желтая спелая 479 рублей. А кокос стоит одна штука 119 рублей.